В связи с очередным ударом стихии в Приморье направили еще 250 спасателей. Они уже прибыли во Владивосток на двух самолетах МЧС. Привезли с собой и необходимое снаряжение. Всего в регионе последствия тайфунов устраняет почти 20 тысяч человек. В том числе и авиационная группировка. Это 25 воздушных судов и 5 беспилотных летательных аппаратов. Сегодня в Приморье простились с начальником регионального управления МЧС Олегом Федюрой, который погиб, помогая пострадавшим от тайфуна. КАМАЗ, в котором находился главный спасатель региона, утонул в реке. Федюра Олег Викторович для нас был олицетворением чести, доблести, уверенности, смелости. Он, одним словом сказать, что он был настоящим командиром. Всегда шел к намеченной цели, всегда думал за личный состав свой. В принципе, в последних своих деяниях он это доказал.